Каждую среду редакция «Универньюз» рассказывает про экспонаты музея имени Николая Лобачевского. Это самый молодой музей Казанского федерального университета, который был открыт 1 декабря, в день рождения великого ученого-математика. В кабинете Николая Лобачевского висят настенные старинные часы. Эти часы в 1838 году заказал Иван Симонов, ректор Императорского Казанского университета. Часы изготовил великий часовщик своего времени Фридрих Гаут. Футляр часов изготовлен из дорогих пород дерева и имеет природный рисунок в виде пламени. Такой эффект достигнут при помощи специального распила дерева. Если обратить внимание на циферблат, то можно увидеть надпись «Фридрих Гаут, Санкт-Петербург, Орложе де ла Марин Империаль», что означает «Часовой мастер императорского флота». Эту надпись Фридрих Гаут писал на всех своих часах после того, как был удостоен этого почетного звания. Механизм этих часов позволяет им ходить очень точно. Кроме этого, к часам подводилось электричество, в специальных клипсах зажимали галенные провода. Это позволяло синхронизировать различные приборы со временем на этих часах. В ближайшее время эти часы восстановят, и после долгого отдыха они снова пойдут. Олег Ашин, Светлана Фролова, Леонард Влетьяров, Универньюз.